23 февраля – праздник настоящих мужчин, праздник с историей. Мы решили выяснить, что знают об этом дне юные жители Актау. Итак, свое слово говорят детки, воспитанники детского сада номер 22. Что празднуют 23 февраля? Так. Мама дарит мужчинам что-нибудь духи мужские или рубашку, одежду. А почему в этот день поздравляют мужчин? Потому что же 7 мая, и мама поздравляет мужчин, потому что они любят самим себя. Да. Так, расскажи тогда, у мужчин есть обязанности? Что-то, что они должны делать? Они должны рубить дрова, плавать очень хорошо они должны. И они должны любить детей, папы. Кто самый-самый хороший мужчина на свете? Мой папа, он самый хороший в мире. Почему? Потому что он все решает. Когда мы просим кинуть сюрпризы, он захочет и сразу кинуть сюрпризы нам купит. Он вас любит? Да, он очень нас любит. А вот покажи руками, как сильно ты любишь папу. Я его обнимаю сильно, я его целую в щечку. А вот руками количество, покажи, как ты любишь папу. Я люблю папу, потому что он очень добрый. Хорошо. Что ты хочешь пожелать всем мужчинам на свете? Я хочу, чтобы они не болели, были здоровым и крепкими, и были здоровыми мальчиками. Пусть их жизнь никогда не кончалась. И чтобы они были сильными, здоровыми и красивыми мужчинами. Знаешь какой-нибудь стишок или песенку про папу или про мужчин? Знаю. Давай. Сколько песен мы с вами пели, пели маме своей родной. А про папу до этой песни не было ни одной. Папа может все что угодно. Плавать брасом, спорить газом, товар убить. Папа может быть кем угодно. Только мамой не может быть. Только мамой не может быть. Почему этот праздник такой? Потому что... Что делают в этот день? Это день, когда поздравляют мужчин. А почему поздравляют мужчин? Кто поздравляет мужчин? Мамы. День мужчин. Почему поздравляют мужчин? Потому что это день мужчин. А как поздравляют? Дарят подарки. Какие? Например. Вот что, например, можно подарить папе? Одежду. А еще? Духи. Так, а скажи, вот кто самый-самый лучший мужчина на свете? Мой папа. Почему? Потому что я его люблю. А вот за что ты его любишь? Что он делает? Дарит подарки. Как зовут твоего папу? Рома. Рома? А какие подарки он тебе дарит? Куклы? И мягкие разные игрушки. А вот покажи вот так руками, как сильно ты любишь папу. Очень сильно. Что ты хочешь пожелать всем папам, всем мужчинам? Добро, счастье и любовь. День мужчин. Почему это день мужчин? Потому что девочки празднуют этот день,
Это день всех мужчин, пап и детей, мальчиков. Как поздравляют? Их поздравляют радостью, счастьем и душой. У мужчин есть обязанности? Есть. Какие? Защищать девушек. Ты защищаешь? Что ты хочешь пожелать всем мужчинам? Хорошей жизни, чтобы у них не кончалась жизнь и все получалось в жизни. Когда поздравляют мужчин. А почему поздравляют мужчин? Потому что это их день. А за что их поздравляют? За их защиту и любовь. Кто самый лучший мужчина на свете? Это папа. Папа? Почему? Потому что он родной. Все его больше из всех мужчин любят. А за что его любят? Потому что он родной, он всю семью защищает. А вот скажи, как поздравляют этот день мужчин? Что им дарят? Дарят подарки. Например, что ты дарила своему папе? Я дарила пружину такую прыгучую. Она, помню, так скакала хорошо. Ему понравилось? Да. Так. А скажи, какие есть у мужчин обязанности? Что они должны делать? Защищать девушек. Что ты хочешь пожелать всем мужчинам в этот день? Счастья и хорошего здоровья. Много приятного и интересного сказали малыши. Ну а мы, в свою очередь, присоединяемся к поздравлениям и желаем мужчинам быть сильными, здоровыми, настоящими защитниками. С праздником вас, мужчины! Катерина Панасян, Аманда Каманкова, специально для Тумбаки Зет.